Привет всем! В этом видео покажу вам довольно интересную разновидность украинской монеты, юбилейной монеты. Мы видим 2 гривны 98 года с Владимиром Сосюрой с диаметром 33 мм. А по каталогу Максима Загребы данных монет существует всего 30 штук. Было, так по-моему, найдено и указан тираж 30 экземпляров. Отличие данной монеты именно в весе и диаметре. Вес такой монеты составляет 14 грамм 35 миллиграмм и диаметр 33 миллиметра. Хотя в оригинальной монете вес составляет 12 грамм и 80 миллиграмм и диаметр 31 миллиметр. Стандартные монеты у них тираж 20 тысяч экземпляров, а вот у этой 30 штук всего. Довольно редкая монета, вот и визуально можно посмотреть, насколько она сейчас отличается вот от той, которая, скажем так, может быть, скажем, у вас даже в коллекции. Кстати, сама история этой монеты, она печаталась уже у нас, уже на Киевском монетном дворе. Как мы знаем, с 98 года мы начали чеканить такие юбилейные монеты. В 95 году монеты чеканились у нас в России, в 96 мы заказывали у Польши. В 96-97 годах в Словакии были произведены монеты. И вот эта уже монета с 98 года чеканилась у нас на монетном дворе. И, соответственно, мы видим, что, скорее всего, была выбрана другая заготовка и начеканена другим штемпелем вот такая монета. Я так понял, был разработан отдельный штемпель, потому что размеры-то отличаются. Данные монеты. Ну, очень интересно узнать вот историю, как же появилась данная разновидность. Я знаю нескольких людей, у кого данная монета есть в коллекции. Ну, более конкретно, подробно они мне не рассказывали, собственно, как она произошла. Но я думаю, как только у меня появится информация, я обязательно поделюсь, потому что действительно монета редкая и, как видим, по цене, кстати, в данном случае цена немножко подорожала, да, видимо, продавец увидел, что тираж не такой уж и большой, да, и поднял цену. Ну, конечно, рыночная цена определяется, я думаю, торгами, да, и с 1 гривни, если бы поставить эту монету, было бы интересно посмотреть. Хотя еще время есть до конца торгов, и можно будет глянуть, продастся ли данная монета на аукционе. В целом, вот такую вот редкую монету я вам показал. Друзья, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и вы в первый раз увидели такую разновидность. И до новых встреч! Всем пока, ссылочку на лот я оставлю в описании.